Друзья, я столкнулся с такой проблемой на Фортуне М3. Значит, смотрите, вот сейчас выставлено отлично. До этого было, вот смотрите, видите, помех нету. То есть, как убрать помехи? Вот видите, их практически нет. До этого было просто ужас. Да это я видео снимаю. До этого было просто ужас. Что я сделал? Смотрите, это у меня комрады тут орут. У меня был порог, получается, 10. Вот сейчас я вам покажу, до 10 скину. Я его поднял. Вот смотрите, что получается. Ну, короче, вот, например, вот так вот, да? Вот видите, что творится. Все, мокрая трава. Это ужас просто, видите, да? Он орет, пищит. Ну, искать просто невозможно. Вы берете просто клавишей и увеличиваете там, ну, смотрите, 45-50. И вот сейчас увидите, как это все. Только что слышали этот весь звон, да? И вот смотрите. И все. Все, мы его убрали. Подходим к нашей лопате. Все. Вот. Мокрая трава, не помеха. Вот мы в ручном режиме в лесу моментально отстроили Фортуну. Все, друзьяки, всем желаю удачных раскопок.